Полисадик – это такой же детский сад, но без площадок для прогулок. В Одинцовском округе их уже 6. 5 в Одинцово и 1 в Звенигороде. Создание дошкольных учреждений в таком мини-формате позволило сократить очередь на 600 детей. Скоро полисадик появится на базе 17-й школы в Трехгорке. Сейчас идут ремонтные работы. Закончатся они где-то к 1 января. Дальше мы будем оборудовать мебель, заставлять мебель, завозить оборудование. И в середине января уже детишки сюда из Трехгорки пойдут. В новом полисадике будут работать 4 группы. В общей сложности он примет 70 воспитанников. Создавать дополнительные места для дошкольников в округе продолжат. На начало года запланировано открытие мини-детских садов в Лесном городке и Одинцово. Это еще порядка 170 мест. В целом, еще раз хочу подчеркнуть, для тех родителей, которые пока не знают, что такое полисадик, это тот же детский сад со всеми теми же функциями, с тем же набором программ развивающих, только вот, к сожалению, нет веранд прогулочных, где дети могли бы на свежем воздухе проводить время и в том числе отдыхать от образовательного процесса. Ход работ на объекте держат на контроле глава и депутаты-единороссы. Не только полисадик скоро откроется и в густонаселенной Трехгорке. В 2023 году в микрорайоне появится большой детский сад на 400 мест. Евгения Августина, телекомпания «Одинцово».